правила о том, что тишина должна быть в библиотеке, в эту ночь нарушают смело. Здесь и театр, и танцпол, и даже фейс-арт. Как говорится, кто во что гораст, лишь бы посетители появились новые. Мы стараемся изо всех сил, примеряем на себя все возможные и невозможные приемы, потому что сегодняшний читатель избалован. Он идет к нам, конечно, потому что у нас яркие, интересные, необычные книги. Книги-игрушки, книги-погремушки и, в общем-то, книги-раскраски. И это объемные книги. В этом году главный девиз «Библионочи» – «Открой дневник, поймай время». Областная детская библиотека в качестве ориентира выбрала судовой журнал. Посетители отправились в морское турне по книжной стране. Узнали, какие корабли были самые первые, из чего они были сделаны и кто организовал первый российский флот. Мне, например, понравилось, когда нам рассказывали о компасе, о всех таких морской теме. И тут я вспомнила то, что я это уже видела в «Фиксиках». Почувствовать себя настоящим капитаном смогли более сотни мальчишек и девчонок. Они с удовольствием вязали морские узлы на шнурках и изучали строение подзорной трубы. Все эти знания, признаются, им пригодятся в будущем, когда отправятся в дальние страны. Море, как оказалось, манит и современных детей. Я хочу стать капитаном дальнего плавания. Почему? Не знаю. Мне так вот хочется просто. Дальнее плавание очень хотелось бы. А что ты там хочешь увидеть? Морских рыб, много растений морских. Акулы. Библионочи традиционно проводят в конце апреля по всей стране. Как показывает практика, после такого увлекательного турне в мир литературы в библиотеках появляются десятки новых читателей. Анастасия Сердюкова, Михаил Жилкин, «Липецкое время».